Удар, блок, бросок. Более 100 юных спортсменов борются за титул чемпиона, каждый в своей возрастной категории. В спорткомплексе Подмосковья проходит турнир на Кубок детско-юношеской федерации карате Щелковского района. Андрею 9 лет карате, он занимается третий год. Несмотря на столь юный возраст, начинающий щелковский каратист уже не раз становился победителем и призером районных соревнований. Так и сегодня в ката он первый. Ну так-то у меня уже желтый пояс. Цели достичь черного пояса и стать мастером. Турнир собрал участников от 6 до 13 лет. И стоит отметить, что на этот раз, помимо юных каратистов из Щелковского района, за золото приехали побороться спортсмены из Воскресенска и Наро-Фоминска. Когда приезжают другие спортсмены, хотя бы из одной-двух других организаций, и это сразу поднимает немножечко уровень турнира, делает его более конкурентным, а соответственно в конкурентной борьбе мы получаем более хороших спортивных результатов. Эти соревнования по карате ВКФ проходят по двум программам. Кумите – свободный спарринг, ката – бой с воображаемым противником. Во многом успех на соревнованиях зависит от настроя спортсмена перед выходом на татами. И, конечно, справиться с волнением юным каратистам помогают их тренеры и родители, для которых, нужно сказать, этот турнир не менее волнителен, чем для самих его участников. Один из самых ярких мгновений соревнований – тот момент, когда ребенку удается достичь очередной победы. Гордость, в какой-то мере счастье даже. Твой ребенок стоит на пьедестале. Проведение турнира давно стало традицией. И нужно отметить, что в Щелковском районе этот яркий вид спорта активно развивается далеко не первый год. Наши каратисты показывают высокие результаты на областных, всероссийских и международных соревнованиях. Входят в состав сборной команды Московской области. У нас есть результаты и на первенствах России, у нас есть результаты на первенствах Европы и Кубках мира. Именно этот вид спорта признан Олимпийским комитетом, включен в Олимпийскую программу, и именно этот вид спорта на данный момент является самым популярным в мире. В Щелковском районе развитием этого вида спорта занимается отделение в нашей спортивной школе и также общественная организация Детско-юношеская федерация карате Щелковского муниципального района. Анна Балиет, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».